В ходе отчета специалисты управления ветеринарии рассказали о ситуации в сфере животного мира. Спикеры отметили, что факты особо опасных заболеваний на территории района не зарегистрированы. В 2018 году запланирована вакцинация крупнорогатого скота против дерматита. Часть скота была заражена бруцеллезом. Животные пошли на убой. В районе проверено свыше 47 тысяч голов крупнорогатого скота. Из них 637 дали положительный результат на бруцеллез. Из них 5 голов были сданы на убой. 376 голов сданы в Трекино. В сфере сельского хозяйства Зеленовского района зарегистрировано 800 объектов. Из них 35 занимается разведением скота. В текущем году было экспортировано 23 тонны мяса. На сегодняшний день на развитие сельского хозяйства выделено 486 миллионов тенге. В сферу растениеводства направлено свыше 163 миллионов, животноводство порядка 215 миллионов тенге. Инвестиции составили 108 миллионов тенге. В 2019 году в районе запланировано строительство 5 скотомогильников. От отдела строительства и архитектуры отправлены бюджетные заявки на изготовление проектно-сметной документации на сумму 15 миллионов тенге. Марина Горбук, Меркула Маншин, Руслан Тимашев, ТДК 42.